Завершаем сегодняшний прямой эфир «Добрая раница, Беларусь». Красиво и музыкально во всех смыслах у нас в гостях на концертной площадке финалиста масштабного вокального проекта «Фактор Бая», а также солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси Финберга Татьяна Прохоренко. Таня, доброе утро! Доброе утро, Танечка! Ну, сегодня у нас, кстати, прекрасная премьера трека, которая называется «Угадай». Но прежде чем мы угадаем и вообще разгадаем эту загадочку, хотела бы сделать тебе комплимент. Ты прекрасно выглядишь. Новый лук, я так понимаю, что от стилиста звездного Ольги Бузовой Никиты Карстена. Да, Никита приезжал вот буквально пару дней назад и, собственно, создавал всем новым финалистам новые образы для наших песен, для наших. Мне кажется, он попал в десятку, это прям вот твое, очень женственно. Он попал в мощный тренд, барби-кор, знаете, а Таня это очень... Таня, ты себя как ощущаешь? Вы знаете, я на самом деле очень категорично отношусь к розовому цвету. Да, казалось бы. Это мой самый нелюбимый цвет. Но тебе очень идет. Но Никита смог доказать, что все-таки розовые бывают разные. Да. И все-таки он может идти. Даже мне, даже несмотря на то, что он мне не нравится, вот такой образ меня устраивает. Мне нравится, это мое. Я бы сказала, особенно тебе он идет. Да, более того, смотришь на тебя, прям подзаряжаешься. Еще вот прям слушаешь тебя, кто тоже бы подзаряжаешься. Да? Я тоже не жду розовых барби-коров. Да. Танечка, ну мы все в ожидании песни, она называется «Угадай». Что будем разгадывать, расскажи, в этой песне? Разгадывать ничего не придется, там все достаточно просто, банально. Песня о том, что... просто о любви, о том, что девушка не ищет серьезных отношений, и, мол, угадай, а почему я тебе больше не звоню? Вот так, она легкомысленно относится к этому. Ну, просто потому, что он не зацепил, а вот если бы он зацепил... то, знаете, либо текст песни мог быть другим. То Таня была бы в белом. Насколько я поняла, героиня никому, никто ее не цепляет, и вот такая она вся, а вот такая, какая она есть. Немножко холодная королева такая, знаешь, свысока. Но вы знаете, скажу вам по секрету, все-таки Таня нас зацепила этой песней, небольшой спойлер, надеюсь, и вам понравится, так что делайте звук погромче. Прямо сейчас премьера будет в нашем эфире. Угадай, Татьяна Прохоренко, а мы прощаемся. Ольга Венская, Нина Мажейко, были рады провести с вами 3 часа прямого эфира. Увидимся. Пока-пока. До встречи. Доступны твои звонки. Поломались вдруг каблуки. Я не стесняюсь яркого наряда. Ты недостоин, ты капа. Правила мои просты. Очень просто. Только раз, только один. Не отправляй цветы, это бесполезно. Хоть расстреляй, они не место. Голову всем без исключений, и я попала под головокружение. Мы совершили это преступление, и не нужно тратить свое время бесполезно. Угадай, почему теперь я тебе не звоню? Угадай, почему нравится ноги подмигнуть? Угадай, почему нарушаю тишину? И открою секрет, потому что я тебя не люблю. Я тебя не люблю. Угадай, ты.
почему теперь я тебе не звоню? Угадай, почему нравится другим подмигнуть?